Барнаул снова стал пристанищем пеликанов. В столицу края привезли еще 3 краснокнижные кудрявые птицы. Их на днях спасли в Угловском районе. Предполагается, что эти пеликаны, как и 10 ранее отловленных под Алейском, заблудились по пути на юг. Теперь они перезимуют в Барнауле. Питание и уход им обеспечат специалисты Министерства природы края. Они подчеркивают, что иначе нашу зиму птицы не пережили бы. Добавим, на днях перезимовать в наш регион привезли еще одного пеликана из Кемеровской области. С наступлением весны его и других птиц отпустят в дикую природу.